Американская киноакадемия назвала претендентов на премию «Оскар». Список номинантов огласили в Лос-Анджелесе. За титул «Лучший фильм» соревнуется лента об Уинстоне Черчилле «Темные времена», картина режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды» и еще несколько фильмов. На звание лучшего режиссера претендует Кристофер Нолан, а на статуэтку за лучшую женскую роль Марго Робби и Мэрил Стрип. Финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля. Всего назовут победителей в 24 номинациях.